Всем привет. Дело в том, что раньше у меня был именно такой контент, а я учил там всякие игры скачивать, моды устанавливать, и решил сегодня показать такую тему. Дело в том, что недавно я решил поностальгировать, и так как я раньше играл Resident Evil 5 на пиратке, я решил, ну а чё бы мне его не купить, собственно. Купил, и не смог запустить. У меня стоит Windows 10, вот я думаю, всё видно. И в чём заключалась проблема? Проблема заключается в том, что нужен Games for Windows Live. Постоянно вылазило такое окошко, что типа невозможно запустить без GFVL. На YouTube, в принципе, в интернете не нашел ответа на мой вопрос. Установил я Games for Windows Live, последнюю версию, ничего не запустилось. То есть, Steam, а потом игра, они упорно слали меня нахуй. Если вас также шлют они нахуй, то посоветую вам посмотреть этот ролик от начала до конца. Я думаю, я хоть что-то смогу объяснить. Дело в том, что вот сейчас я все сделал, у меня сейчас все запускается, вот так, ищем наш. Вот он. У меня все установлено. А Marketplace, хотя у меня его не было. Что же я сделал? Дело в том, что у вас не получится установить его в другой версии, потому что мы открываем. Вот у меня тут вот такой вот, ну, так, сайт, Playground. Я тут не регистрировался, потому что нахуй нам не надо. И скачиваем вот этот файл. Это Games for Windows Live Setup. Если для этой игры он подходит, то не знаю, как для других, потому что, ну, типа, я на других еще не пробовал, вот как на пиратике в кооперативе, ну, в общем, вот. Скачиваем его, у меня он уже скачан, так, вот, даже сейчас покажу, ну, вот он. Ну, я его... Дальше... Пошел нахуй, пожалуйста. Дело дальше в чем? Вам нужно зарегистрироваться. Для этого вам нужен аккаунт Xbox Live. Он у меня был. Мне надо было привязать к Xbox его, но, в общем, не важно. Вам даже, в принципе, не придется, получается, как, там ничего открывать, потому что вы все равно не найдет ни одну игру. Именно в этой версии он у меня ничего почему-то не нашел. Нахуй я тебя открыл. Ладно. Вот так вот. Вот. Потом далее вы запускаете игру. Еще там немножко две буквы я забыл. Запомнить пароль, забыл нажать. И что дальше происходит у нас? У нас вот, и он ничего не найдет. Никакое приобретение. Вот, как вы видите, игра у нас запустилась. Вообще никаких проблем. Хотя раньше она выдавала ошибку. И дело в том, что решения реально не было, то есть я нигде не мог найти этого решения, все, закроем ее. Потом его можно закрывать, он в принципе не особо уже и нужен, ну как только вы закончите играть. И в принципе, как только я пройду эту игру, я в принципе могу его удалять, потому что он мне не особо нужен. Я надеюсь, я помог кому-то. Если я помог, да, то поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Да, всем спасибо за просмотр.